Телеканал КРТ представляє. Ми на даний момент, останні 6 років, ми країна-декомунізатори. А зараз так сталося, що ми отримуємо допомогу від Китаю, комуністичного Китаю. Ваше враження від того, наскільки це гідно, наскільки це нормально і що буде далі? Ну, я вам скажу так. У нас власть, ну, я навіть не хочу цю власть називати властю, це режим. У нас режим беспринципний, наглий і от такий цинічний. Комуняку на гіляку, нам нічого не тра, нам Запад поможе. Я говорю, дорогі мої, чому нам не допомагає Запад? Где страны Европы, куда мы идем? На Майдане чего? Страны Европы, вы сказали, да? Конечно. Да, просто мне что-то конечно. Нам, Запад нам поможет. Помните, как Остап Бендер? Вот это 100%. На Майдане что? Кумуняку, нагиляку, нам ничего не тра, нам нужно именно идти в Европу. Где Европа? Почему мы обращаемся, вот режим Зеленского, почему обращается к коммунистическому Китаю? Более того, смотрите, кто Европе помогает. Китай, Куба, Россия. Нам кто помогает? Китай, кубинцы. Там врачи сейчас, они сейчас эти хотят вакцину нам давать. Что делает украинская власть? Я перепрошую, а чему Россия? Вот она им допомагает, нам не допомагает. Потому що ми так себе... Якби Росія, наприклад, виказала би бажання допомогти. Так це саме головне. Ми взагалі повинні обратитися, розумієте, це людські життя. Ми повинні обратитися в першу чергу до Російської Федерації, Китаю, Кубі, к тим странам, які реально можуть допомогти. Не на словах, потому что нам в последнее время Европа только на словах. Знаете, как младшему брату там по плечу постучит, ты там сделай, там, а я тебе карамельку дам. Но мы все делаем без карамельки. Вот в чем вопрос. И коммунистический Китай откликнулся, и социалистическая Куба. А страны Запада молчат. Вот вам вся суть западной политики и Запада. Вот они такие есть, это их сущность. Это может быть связано с тем, что у них сейчас, ну, действительно, ну, много своих проблем, и они, ну, вот просто хотелось бы зрозуміти, взагалі, мы переходим до топової теми, на жаль, це тема коронавірусу. І от коронавірус – це, в принципі, можна сказати, такий іспит для систем. Да? І ми бачимо, що, в принципі, чомусь дуже по-різному проходить боротьба з коронавірусом в тому ж самому Китаї, в Італії і в Сполучених Штатах Америки. До речі, Сполучені Штати Америки зараз займають перше місце по кількості людей, які захворіли на коронавірус. Ну, бачите, практика показує те, що іменно соціалістичні країни і країни з сильною вертикалью влади, от Білорусь, Російська Федерація, справляються з такими кризисними ситуаціями намного краще, ніж там, де розболтаність, и там, где, ну, якобы демократия. Они великие, могучие, они смогли справиться с простым гриппом. Вот в чем вопрос. Это болезнь системы. И у меня такое ощущение, что некоторые режимы, европейские, там, американские, еще какие-то якобы демократические, это они с демократией не имеют вообще ничего общего. Они не переживут этого. Вот смотрите, Италия. Что сказал бывший вице-премьер Сальвини? Он же возглавляет партию «Лига Севера». А где бушует коронавирус? Именно на севере. Он что сказал? Что Европа – это сборище змей и гиен. И вообще «Лига Севера» – это самая влиятельная, самая такая вот партия. Но где вся индустрия Италии? Это север. Это там и Турин, и Бергамо, и Милан. Это все страны, которые сейчас в огне коронавируса. И помощи нету. Что Сальвини сказал? Мы попросили помощи у европейцев. Мы же одна семья. Мы же один Европейский Союз. Европа что сказала? Мы еще 15 дней посмотрим по ситуации. И, ну, помогать, не помогать, еще в какой степени будет эта помощь. И итальянцы поняли, каждый за себя. К
Когда все хорошо, мы водим хороводы. Друг друга улыбаемся, там, вам шоколадку, нам карамельку и еще что-то. А суть до дела, реальная беда, реальные дела, никто не помог, никто не пришел на помощь. И смотрите, когда в Европе голосовали, ну так, пока еще внегласно, будем помогать Италии, на какой степени? Испании, кто против? Скандинавы против, финны против, французы еще там думают, там каких-то пару масок дали, но это же не помощь. В Италии 60 миллионов населения, больше 60. И это густонаселенная страна. Вообще, почему там такие проблемы огромные? Потому что итальянцы халатно к этому отнеслись, если честно. Потом, знаете, панику разводить не надо, потому что в Италии это самая старая нация в Европе. Итальянцев средний этот возраст, не средний возраст, а продолжительность жизни. 85 у мужчин, 87 у женщин. Грипп в первую очередь косит. 80+. Вот почему у них столько смертей. И почему в Германии 400 человек, а там 7 тысяч? Я еще раз повторяю. Во-первых, и немцы более дисциплинированы, и итальянцы. Они, их погубило эти поцелуи, но это их ментальность. Понимаете, вот они там... Мается на увазе, что когда они встречаются, там... Да, при встрече, руку, они обнимаются, у них это... У меня брат живет в Италии. Это в Италии и во Франции, в принципе, можно сказать. Вони, в Испании тоже, но все южные, они более горячие такие, более открытые. У меня брат живет 20 лет в Италии. Вот он рассказывает, как там проходит. Там ты не выйдешь даже в магазин. Там если... Ты выходишь, во-первых, со справкой. Карабинеры тебя останавливают. Куда идете? В магазин. Вот если магазин за углом, ты идешь сюда на угол, покупаешь. Если ты хочешь пойти чуть дальше, например, там больше выбор, там меньше цены, ты уже туда не дойдешь. Вот это карантин. Вчера выхожу в магазин за продуктами, все лавочки. Шайка, лейка, наливайка, веселуха до часу ночи. Если мы не поймем, что происходит на самом деле, у нас будет Италия номер два. И еще в Италии, кстати, 20% итальянцев, 20% итальянцев 65 лет, выше 65. Вот еще почему там у нас Италии не повторится. Знаете почему? Потому что все те, кто сейчас умирает в Италии, у нас умерли 20-15 лет назад. У нас 65 лет, это, если ты дожил, это ты супермен. У нас выкосило демократию. Це можна сказати, що це якась, може, навіть зумова, ну, якщо там кажуть, що це штучно, да, до пенсіонерів, і навантаження на пенсійний фонд, воно значно послабне. Кстати, в Китаї була та же ситуація. Ну, але в Китаї, якщо я не помиляюся, там немає пенсій, не отримують. Ні, ви ошибаєтесь. Все там есть, в Китае пенсии есть, все нормально, это миф. Это миф еще 90-х годов, 80-х. Все там есть, все нормально. И пенсии есть, кто хочет, может разобраться.